брошенные владельцами автомобилей на тротуарах, у железнодорожных станций и даже на детских площадках. Такую картину часто приходится наблюдать пешеходам. И все это не от людской наглости, а из-за простой нехватки парковочных мест. Организация качественных парковок на сегодняшний день – приоритетная задача подмосковных властей. Ее решают за счет реконструкции улично-дорожной сети и благоустройства дворовых территорий. Кроме того, учитывается мнение местных жителей. В Одинцовском районе главы городских и сельских поселений уделяют особое внимание вопросу об устройстве парковок. В рамках муниципальной программы работа в этом направлении ведется постоянно. Например, в Трехгорке во дворах на Кутузовской 10 и Чистяковой 65-67 после комплексного благоустройства появились 50 парковочных мест. А в Кубинке совсем недавно открыли удобную экопарковку у железнодорожной станции. Еще 200 машиномест будет организовано здесь же в этом году. В Одинцово на улице Говорова также создается паркинг. Его площадь составит более 200 квадратных метров. И это только малая часть работ, которые ведутся в нашем районе по организации парковочного пространства. Анна Пряхина, Денис Харламов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».